Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен, ну скажем так, инструменту работы, да, то есть партнерской программе компании Skyway Capital. Вот, нас не так много, ну, в принципе, время 6 часов по Москве, вечер. Вот, я вижу, что у нас есть люди из Красноярска, из Набережных Челнов, из Риги, из Тюмени. То есть Тюмень там как минимум плюс 2 часа, Красноярск еще больше. Рига минус час. Вот. Если меня слышно и видно, кстати, поставьте плюсики. Буду вам за это очень благодарен. Хорошо, коллеги, речь пойдет сегодня о партнерской программе, которая по большому счету достаточно давно, да, с некоторыми дополнениями, которые введены были буквально пару недель назад. Вот. Данный маркетинг-план у нас стал работать с 18 января 2016 года. До этого партнерская программа была немножко другой, но прежде чем начать кратко вам рассказывать о тех процентах, которые вы можете получать, если строите партнерскую структуру, да, буквально скажу, наверное, короткое видение, что это из себя представляет наша партнерская программа, да, вот, и, в принципе, на кого она ориентирована? По большому счету, на любого человека, которому не безинтересна тема денег. Да, тема денег какая? То есть, помимо того, что любой человек сегодня может зарегистрироваться, стать нашим официальным партнером, клиентом, купить себе просто акции, ждать выхода группы компании Skyway на мировые рынки, как транспортные, так и инвестиционные, да, сегодня есть возможность, прилагая, скажем так, незначительные физические усилия, незначительные временные усилия, да, делиться с людьми тем хорошим, что у вас есть. То есть, если вы разобрались в технологии, если вы понимаете, что это перспективно, если вы уже видите, да, какой объем работы проделан, и что данная технология будет продемонстрирована в 2016 году, что из себя представляет данный транспорт, по крайней мере, если говорить о городском сегменте. Вот. И в планах нашей компании – в 2017 году закончить демонстрацию и сертификацию данного вида транспорта и выйти на мировой рынок с предложением строить дороги по технологии, разработанной Юницким. Вот. Поэтому у вас есть возможность делиться информацией о нашем проекте и при этом получать доход. Доход от суммы тех инвестиций, которые вы помогаете нам привлекать в реализацию нашей технологии. И на что хотелось бы еще обратить внимание, на то, что, смотрите, действительно проект чем уникален? Все из вас знают крупных монстров, например, интернет-рынка, да, таких как Apple, таких как Microsoft, да, еще целый ряд компаний, разрабатывающих как оборудование, так и программное обеспечение. Представьте себе, там, 30 лет назад, да, с небольшим, к вам обращается Стив Джобс, к вам обращается Билл Гейтс, вот, и другие, скажем так, руководители сегодня крупных компаний, миллиардеров, и говорит: друзья, вот у меня есть устройство, да, либо у меня есть в планах создать устройство и создать программное обеспечение, которым будут пользоваться миллионы, а потом, может быть, и миллиарды людей на планете. И все эти вещи будут покупаться. Для этого мне нужна незначительная сумма денег, которую вы можете проинвестировать в этот проект. Если вы станете, скажем так, совладельцами моей компании, внеся сегодня там $50, $100, $500, $800, да, как люди начинали, кстати, в этих компаниях, вы станете очень богатыми. Вот. Прошло, кстати, там каких-то 30-40 лет, и действительно те люди, которые приняли участие в проекте, что я назвал, будь то Apple, будь то Microsoft, будь то там Amazon.com, там еще целый ряд, скажем так, компаний, которые получили развитие свое в конце 70-х годов, в начале 80-х, сегодня люди, которые тогда успели вложить незначительную сумму денег, да, даже по тем временам, являются очень богатыми людьми. Вот. Мы имеем дело с транспортной технологией, которая затрагивает, скажем так, ну, более 90% население Земли. И я думаю, вы не дадите мне соврать, это в принципе правда, я каждый день пользуюсь транспортом, бывает не одним, то есть метро, электричка как минимум, да, бывает маршрутка и так далее. То есть транспорт нам нужен для того, чтобы передвигаться, например, на работу и с работы, отдыхать, в отпуск ездить и так далее, путешествовать в конце концов. Да? И без транспорта сегодня мы обойтись не можем. Потому что, скажем так, мы хотим за более короткий срок передвигаться по большим площадям, по большим территориям, технологии, разработанные Юницким, нам это может позволить. Вот. И сегодня есть возможность стать совладельцами той технологии, которая в ближайшее время будет выводиться на рынок. То есть, если на пальцах объяснить, я думаю, что у нас в комнате сегодня есть люди, которые, скажем так, слово MLM знают не понаслышке. То есть, существует порядка 5 с лишним тысяч компаний, предлагающих людям возможность зарабатывать по партнерским программам. Вот. Но, как правило, эти компании выходят на рынок уже с устоявшимся продуктом, который у них есть. Он может дополняться в процессе и так далее. Или с услугой, которую они предлагают. И они говорят людям: друзья, становитесь нашими потребителями, клиентами. Если вы будете давать информацию своему окружению, вы можете построить большие партнерские структуры, которые вам будут приносить проценты в соответствии с партнерской программой, которая у них есть. Но для того, чтобы стать совладельцами той компании,
Вам необходимо создать многомиллионный товарооборот. И я знаю, что, скажем так, компании, которые предлагают стать совладельцами своим успешным партнерам, строящим сети, их буквально, скажем так, можно посчитать по пальцам там одной либо двух рук. То есть таких крупных компаний совсем немного. Вот большинство других компаний, вы просто строите сеть, вы получаете процент, вы уважаемый человек, но совладельцем компании вы никогда не станете. Здесь у вас есть возможность стать совладельцами технологии, которая будет использована в дальнейшем в огромном количестве проектов, где будут строиться дороги по технологии, разработанной Юницким. И с каждой этой дороги вы будете получать доход. Это как с каждого проданного айфона, либо айпада, либо макинтоша, да, либо с каждого, скажем так, проданного ноутбука, на котором стоит приложение, уже установленное Windows, там, не знаю, неважно, там, начиная от XP, заканчивая Windows 10. Вот о чем сейчас идет речь. То есть немножко, скажем так, расширьте свое представление о том, какая возможность сегодня есть у вас для вас самих и для тех людей, которые вас окружают. Пока еще есть возможность стать совладельцами компании. Вот о чем мы сейчас с вами говорим. Вот такая возможность сегодня есть у нас в руках. И как я сказал, для того, чтобы стать успешным в нашем проекте и начать зарабатывать деньги, если у вас есть возможность в течение недели потратить там 3, 5, 7-10 часов, вот, вы можете это сделать. Это несложно. Действия нужно предпринимать очень простые. Вот, поэтому давайте перейдем, наверное, теперь к самой партнерской программе. Я сейчас кратко расскажу вам по каждой квалификации. Вот, даже в конце покажу небольшой пример, а вы, если у вас будут вопросы, просто их зададите. И моя рекомендация такая. У нас есть целая череда мероприятий, которые, скажем так, в прямом эфире мы проводим в режиме онлайн, где даем информацию просто о компании Skyway Capital. Дважды мы даем информацию о партнерской программе. В большом уже количестве городов и стран проходят живые презентации, на которые вы можете приглашать новичков. То есть ваша задача просто пригласить человека, которому может быть интересен данный проект, может быть интересна данная информация. Причем кому-то интересна информация о технологии, потому что есть люди, как мы говорим, удовлетворенные, да? Кому-то интересна информация о финансовых возможностях, потому что люди могут решить возникающие у них каждый день вопросы, да? Кому-то надо кого-то учить, кому-то надо кого-то лечить, кому-то надо, скажем так, путешествовать. Кто-то хочет еще на что-то потратить деньги, и у вас как раз-таки в руках есть инструмент, который может позволить вашему окружению эти деньги заработать. И ничего в этом зазорного нет, если вы, скажем так, кратко предложите данную возможность тем людям, которые вас окружают в повседневной жизни, либо в мире интернета, да, посредством там социальных сетей, программы Skype, либо еще каких-то программ Viber, WhatsApp, там много сейчас программ, которые позволяют вам общаться с людьми, проживающими на другом конце земного шара. Итак, коллеги, в партнерской программе на сегодняшний день у нас 6 квалификаций. Партнерская программа – это отличная возможность вам создать свой крупный бизнес сегодня на основе человеческих, нормальных, простых взаимоотношений. О чем я говорю, да? То есть, давая информацию людям, первое, вы должны быть честны, вы должны говорить то, что есть на самом деле, да? Вы никого не должны затягивать, заманивать там любым путем, лишь бы снять с них деньги. Вы никого не должны упрашивать и уговаривать. Тоже очень важно, относитесь к себе с уважением. Просто вы предоставляете возможность. Если люди увидели эту возможность, разобрались, приняли решение стать инвестором, они, как правило, следуют за вами, как за лидером. То есть вас они что-то еще увидели, да? Человека, который может им помочь сегодня решить целую череду их вопросов, достичь своих целей, можно об этом много говорить, об этом более подробно говорят на других мероприятиях нашей компании, да? Но тем не менее, вы сегодня тот человек, который несет благую информацию в массы, и вы можете очень многим людям помочь. Конечно же, при желании и, конечно же, скажем так, делая, предпринимая простые шаги, в формате, как я вам сказал, от 3 до 10 часов в неделю. Для начала этого достаточно вот так. Итак, друзья, 6 квалификаций. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. У нас есть, скажем так, еще ступенька, называемая клиент. Она сегодня не относится никаким квалификациям по маркетинг-плану либо по партнерской программе. Клиент – это тот человек, который зарегистрировался по чьей-либо реферальной ссылке. У него есть свой личный кабинет, он может разбираться в информации, тоже посещать вебинары, потому что вы знаете, в разделе личного кабинета события, расписание вебинаров есть, то есть вы теперь легко можете найти, когда и в какое время какой вебинар у нас будет проходить, по какой теме и на каком языке. Потому что сегодня у нас продолжается увеличиваться, скажем так, количество структур, ну, например, в европейских странах. И сегодня у нас будут вебинары на словацком языке, на французском языке, вчера был на венгерском языке. У нас периодически проходят вебинары на эстонском языке, планируются на том же финском. И количество, скажем так, языков будет все увеличиваться, увеличиваться. Так вот, клиент – человек, который, в принципе, никому ничем не обязан. Он может что-либо купить потом, а может не покупать. Да? Он может оставаться клиентом, даже если он купит большой пакет акций.
То есть он просто стал владельцем пакета акций, ждет выхода группы компании SkyWay на мировой рынок с технологией транспортной и на мировой рынок инвестиций. И он при этом будет оставаться клиентом. Плохой ли это человек? Да нет, нормальный человек, который по вашей рекомендации разобрался, купил себе пакет акций и хочет стать богатым через 2-3 года. Плохо ли это? Я считаю, это хорошо. Вот. Партнер – это тот человек, который не просто зарегистрировался, там, купил себе пакет или не купил себе пакет, неважно, а зашел в раздел реферальных ссылок, у него высветился баннер, что для того, чтобы данный раздел был доступен, необходимо подписать соглашение, да, договор. Он нажимает «Да, я хочу это сделать», у него высвечивается текст договора, он с ним ознакомливается, и в конце внизу кнопка «Подписать». Нажатие этой кнопки говорит о том, что вы на себя взяли, скажем так, небольшую череду простых обязательств. Вот. И после этого у вас сразу же открываются доступными 4 реферальные ссылки, которые ведут на форму регистрации в личном кабинете, на страницу регистрации в личном кабинете, на лендинг партнеров, где подробно изложена информация, что из себя представляет проект компании SkyWay Capital, и на сайт компании SkyWay Capital. То есть при переходе на эти страницы человек потом может нажать кнопку «Регистрация», вписать просто, скажем так, свой электронный адрес, фамилию, имя, потом придумать пароль к личному кабинету, и он становится вашим потенциальным партнером. Да? Пока он еще ничего не купил, он просто клиент. Если он подписал так же, как и вы, партнерское соглашение, он становится партнером. Какие выгоды есть у партнера? Любой человек, даже который не собирается строить большие сети, большие структуры, не хочет руководить огромным количеством людей, имеет возможность получать проценты от товарооборота, который создается на 4 уровнях его структуры. 15% вы получаете в том случае, если в вашем первом поколении люди покупают какие бы то ни было пакеты акций нашей компании. 4% вы получаете со второго уровня, 2% с третьего и 1% с четвертого. И в такой ситуации может находиться огромное количество людей. Они, скажем так, согласны на то, чтобы иногда получать какие-то деньги, не перетруждаться, никого не уговаривать, не хотят, скажем так, вникать подробно, да, в проект там, и кому-то давать подробную информацию, они просто иногда, скажем так, делятся информацией с окружением, которое у них есть. Это квалификация партнера. Кстати, никаких дополнительных условий, вы видите, здесь не выдвигается. Вторая квалификация, вторая ступенька называется консультант. То есть это тот человек, который уже, скажем так, сделал действие в виде инвестиций в наш проект, не менее чем на $100 сам. Да? И в его первом поколении есть не меньше 2 человек, которые сделали то же самое, которые зарегистрированы по его реферальной ссылке и купили на $100. И суммарный товарооборот, который создан вами лично и человеком в первом, и людьми в первом поколении, он равен не менее $300 США. В принципе, картина идеальна, когда сделали вы 100 и 2 человека по 100, вот вам и третье условие тоже выполняется. Когда это происходит, вы становитесь консультантом, и в этом случае первое поколение у вас остается таким же, 15% за инвестиции в первое поколение вы получаете от компании, да? Со второго уже 5, с третьего 3. С 4 уровня 2, и у вас появляется 5 уровень глубины, с которого вам начисляют 1%. То есть ваш доход растет. Выполняйте 3 простых условия, вам начисляются денежные средства. Сразу хочу, наверное, сказать в самом начале, что, видите, на данном слайде написано, 100% положенных вам денег начисляется на бонусный счет и 100% на акционный. Так вот, бонусный счет – это деньги, которые вы можете выводить, деньги, на которые вы можете покупать пакеты акций, деньги, которые вы можете передавать в личные кабинеты своих партнеров. Да? Акционный счет – это те деньги, на которые вы можете только купить пакеты акций из раздела обычных стандартных пакетов, которые у нас есть в личном кабинете каждого партнера. Стоимостью от 15 до 150 тысяч долларов. Вот. Это подарок компании. То есть фактически, если вы строите партнерскую сеть, то вы можете бонусные деньги себе выводить, а на акционные просто увеличивать, скажем так, свой портфель инвестиций в наш проект. Это очень здорово пока. Пока, скажем так, начисляется то же количество денег, что и на бонусный счет. Возможно, что в скором времени это может измениться, и на акционный счет может идти меньшая сумма. А когда-то, может быть, акционного счета вообще не будет. Да? Вот. Но посмотрим, когда и что у нас будет происходить, мы вас обязательно об этом проинформируем. Третья квалификация называется лидер. Ну, лидер – это тот человек, за которым уже следуют другие. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да? Для того, чтобы им стать, необходимо самому купить не менее чем на $200, и чтобы в вашем первом поколении было не меньше 3 таких же человек, которые приобрели для себя пакеты акций компании SkyWay Capital на сумму от $200 и более. Когда это произойдет и когда суммарный товарооборот ваших закупок и вашего первого поколения достигнет $2000, вы станете лидером. Это вам дает следующие, скажем так, преференции, то есть первое поколение у вас также остается 15, но заметьте, второе поколение вам дает уже 7%, да, а не 5, как это было на предыдущей квалификации. Третий уровень 5%, четвертый 3, пятый 2, и шестой уровень 1. У вас появляется шестой уровень глубины, и проценты по уровням тоже увеличиваются. То есть, соответственно, вы можете получать больший доход.
Четвертая ступенька нашей квалификации, либо ступенька карьеры, называется мастер. То есть вы слово мастер понимаете, я думаю, все. Это тот человек, который умеет многое, да? Человек, который может уже научить кого-то другому. Помните, были, да, когда-то в средние века мастер, подмастерье. То есть подмастерье учился у мастеров. Вот. Мастера владели чем-то, что может, скажем так, помочь огромному количеству людей вокруг. Соответственно, если вы мастер по нашему маркетинг-плану, соответственно, вы можете уже помогать людям создавать свои структуры, зарабатывать деньги. Это очень важно. Мастером вы станете тогда, когда ваша личность, скажем так, товарооборот достигнет $1000 и более, и когда в вашем первом поколении будет не меньше 3 человек, которые достигли квалификации лидер. Да? То есть у нас есть смысл помогать людям, которых вы пригласили в бизнес, развиваться в нашем проекте. Чем успешнее будут они, тем успешнее будете вы. Это, кстати, основной принцип развития любых партнерских структур. То есть не мне, да, то есть как бы обуть большое количество людей в лапте, ни в коем случае. Есть очень хорошая книжка, точнее серия книг «Богатый папа, бедный папа» у Киосаки. Мне понравилось, как в одной из книг «Уйти в отставку молодым и богатым». У меня здесь замылили эту книжку, надо, чтобы она не вернулась в ближайшее время. Вот. Там фраза очень интересная есть, что ты миллионер тогда, когда ты можешь оказать услугу миллиону человек. Не собрать деньги с миллиона людей, да, а оказать услугу. Здорово, да, сформулировано. Итак, коллеги, 3 человека лидера в первом поколении, товарооборот ваш личный не менее 1000, и суммарный товарооборот ваших закупок и первого поколения не менее $5000 США. Если вы это все выполняете, соответственно, вы становитесь мастером. У вас первое поколение, второе, третье, четвертое 4%, пятое 3%, шестое 1%, и у вас добавляется 3 уровня глубины, 7 по 9, с которых вы получаете 0,5% с товарооборота, созданного вашей структурой. Вот. Кажется, что это немного, но, как правило, скажем так, если сеть строится правильно, то в первом поколении, например, там 10-15 человек, во втором это растет в геометрической прогрессии. Соответственно, на нижних уровнях глубины огромное количество людей, которые могут делать большой товарооборот, и небольшой процент с этого товарооборота – это приличная сумма. Следующая квалификация, которая до недавнего времени была выше квалификации нашего маркетинг-плана, называется эксперт. Когда ваш личный товарооборот достигает $5000, то есть вы сами купили пакетов акций нашей компании на такую сумму, когда в вашей структуре есть 3 мастера, то есть 3 человека, которые достигли вашей предыдущей квалификации, причем 2 из них обязательно в первом поколении, а один может быть в любом поколении, важно, чтобы он был в другой ветке, не входящий в состав структуру предыдущих, точнее 2 мастеров, которые у вас есть в первом поколении. И суммарный товарооборот всей вашей структуры должен достигать $10000 США. Как только это происходит, то заметьте, первое поколение вам дает уже 16%, а не 15%. Второе 7, третье 5, далее идет 4, 3, 1, по 0,5% с 7 по 9. И с 11 уровней глубины, с 10 по 20 уровень, вам компания начисляет по 0,2% создаваемого товарооборота вашей структурой. Это квалификация эксперт. И буквально с недавнего времени, там 2-3 недели, у нас появилась квалификация, называемая топ-эксперт. Да? Это человек, который умеет строить крупные сети, человек, который, скажем так, уважаем, да, за ним идет большое количество людей. Вот. Его товарооборот личный должен достигать не менее $10000 США. У нас есть такие люди, которые покупают пакеты сразу же, да, на такую сумму. Кто-то накапливает суммарно такое количество денег, инвестиций в наш проект, да. И в вашем поколении в первом должно быть не менее 3 человек, которые достигли уровня эксперта. Суммарный товарооборот при этом должен достигать $30000 США. Когда эти 3 условия выполняются, вы становитесь топ-экспертом, и первое поколение вам дает 17%. Со 2 по 6 уровень то же самое, что на предыдущей квалификации, с 7 по 9 по 0,5% то же самое, с 10 по 20 0,2%, и с 21 по 24 вам дополнительно будет начисляться по 0,1% с того товарооборота, который создает ваша структура и команда. Это вот такой маркетинг-план компании Skyway Capital, который, в принципе, можно отразить вот в данной табличке. Да, вы видите квалификации, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Вы видите личный объем, который необходимо выполнять для того, чтобы расти по квалификациям. И требования предъявляться начиная с консультанта. 100 личных, 200, 1000, 5000, 10 тысяч. И суммарный товарооборот первого поколения с учетом вашей личной закупки. Начиная с консультанта от $300 и заканчивая топ-экспертом до $30000 США. И проценты. Партнер 4 уровня глубины от 5 до 1%, консультант 5 уровней глубины, лидер 6, мастер 9, 20 уровней глубины у эксперта и 24 уровня глубины у топ-эксперта. У нас еще буквально
В начале марта, у нас сегодня уже апрель, было введено дополнение к маркетинг-плану, которое позволяет больше денег зарабатывать тем, кто активно развивает бизнес и кто продолжает приглашать людей в первое поколение. И данный бонус вы сейчас видите на данной странице. Выглядит он следующим образом. То есть с 1 по последнее число месяца. Вот, например, в апреле это с 1 по 30 апреля. Если в вашем первом поколении люди покупают пакеты, кстати, они могут покупать просто пакеты, новые люди. Пакеты могут покупать те, кто был зарегистрирован до того. И пакеты покупаются по рассрочке. Потому что я знаю, у нас большое количество людей, у которых в первом поколении люди покупают рассрочку. Так вот, 4 купленных пакета в вашем первом поколении, 4 транзакции, когда проходят, вам начисляется 15%. Вплоть до квалификации мастер включительно. Да? 16, если вы эксперт, и 17, если вы топ-эксперт. Как только покупается пятый пакет, пятая транзакция в вашем первом поколении, то за предыдущие 4 пакета доначисляется 1%, и если вы в квалификации до мастера включительно, у вас получается за пятый пакет 16%, если вы эксперт 17%, а если топ-эксперт, то 18%. Далее с 6 по 9 пакет, если вы продолжаете строить бизнес, и люди продолжают покупать пакеты в вашем первом поколении, вам выплачивается либо 16, либо 17, либо 18%, но как только покупается 10 пакет, за него начисляется 17%, если вы в квалификации до мастера включительно, да? А за предыдущие 9 пакетов вам начисляется 1% до начисления отдельной транзакции. То есть получается, как бы, что закуплены 10 пакетов в вашем первом поколении, вам компания заплатила по 17% с каждого купленного пакета. Для эксперта уже 18%, для топ-эксперта 19%. Дальше, если структура строится, в первом поколении идут проплаты, 11, 12, 15, там 19 пакет. Раз, 20 пакет куплен. Соответственно, с 20, за 20 пакет начисляется 18%, если вы включительно как мастер, 19%, если вы эксперт, да, и 20%, если вы топ-эксперт. А за все предыдущие 19 начисляется 1%. То есть получается, что компания вам за 20 купленных пакетов начисляет либо 18, либо 19, либо 20% в зависимости от вашей квалификации. И каждый последующий пакет, который будет покупаться в вашем первом поколении в этом текущем месяце, будет либо 18, либо 19, либо 20%. Вот такая акция замечательная, да? Условия выполнения, скажем так, либо начисления этих бонусов, они простые. Все пакеты покупаются в течение одного календарного месяца. Кстати, несколько пакетов может купить и один человек. Он может купить 1, 5, 7, 20 числа себе, да, какие-то пакеты. Он у вас зарегистрирован в первом поколении. Все эти 4 пакета будут подсчитываться вот в этой бонусной программе. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку, то, что я уже говорил. И пакеты могут быть куплены новыми людьми, теми, кто зарегистрирован давно, и теми, кто, скажем так, оплачивает пакеты в рассрочку. Вознаграждение за эту акцию точно так же начисляется на бонусный и на акционный счет 100%. На данном слайде рассмотрен пример, да, когда люди, например, в ваше первое поколение покупают пакеты стоимостью по $50. И этот пример корректен до квалификации мастер включительно. То есть за первые 4 пакета и пятый пакет, который вам, вы получите $40, если 5 человек у вас купит по $50, купит пакеты, да? За 10 пакетов, то есть за оставшиеся, еще, скажем так, 5 дополнительных, которые будут куплены, вам начислят еще $45. Потом за следующие 10 еще 95. Тут еще 2 шарика нарисован, 21, там и будет 22. За эти 2 шарика вы получите еще $18. Соответственно, за всю сумму $1100 в первом поколении, с учетом, что это было 22 купленных пакета, вы получите $198 США. Приличная сумма, хорошая выплата. Вот такой замечательный маркетинг-план компании Skyway Capital на сегодняшний день. Он накопительный с первого момента регистрации вашей. У нас квалификационным считается жестко, это первый уровень, я думаю, вы обратили на это внимание. Да? Минимальная сумма для вывода денежных средств на бонусном счете должна быть не менее $30 США. Есть у вас такая сумма? Пожалуйста, оформляйте заявку на вывод, прописывайте реквизиты тех платежных систем, на которые мы можем выводить денежные средства, выводите. Условия роста квалификации – это объем ваших личных инвестиций и инвестиций людей, которые находятся в вашем первом поколении. У нас отсутствуют потери структуры, обгоны какие-то и так далее. Вам жестко выплачивается положенный процент, и не важно, что вы можете быть в квалификации, например, партнер, а под вами человек будет в квалификации эксперт. Вы со своих 4 уровней все равно будете получать положенный процент. Вот и все. Поэтому бояться ничего не стоит. Вы можете потом начать расти и потихоньку догонять квалификацию этого человека, просто увеличивать количество уровней с глубины, с которых вам будет начисляться положенное вам вознаграждение. Вот и все. Далее. Минимальная сумма в $15 может вам позволить зарабатывать сотни и тысячи долларов ежемесячно. У нас нет необходимости подтверждать квалификацию.
То есть единожды поднявшись на какую-то ступенькой, она за вами закрепляется навсегда. Вам не нужно доказывать каким-то еще дополнительным товарооборотом, там раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год, как это происходит в большинстве MLM-компаний, к сожалению, или к счастью, я не знаю, то есть у них такие условия, да? У нас этого делать не нужно. Кстати, в обычной повседневной жизни, если вы являетесь врачом, педагогом, военнослужащим, человеком рабочей специальности и много там кем еще, квалификацию периодически надо подтверждать. То есть чем выше ваша квалификация в повседневной жизни, если вы ходите на работу куда-то, да, тем больше вам платят. Если вы не подтвердите какую-то квалификацию через какой-то там положенный промежуток времени, там у врачей где-то раз в 5 лет, по-моему, может раз в 10, да, у учителей то же самое, вам будут платить меньше. У вас будет низшая категория, низший разряд, там, низшая должность, может быть, низшая классность и так далее, и так далее. Здесь у нас такого нет, это большой плюс. Далее, у нас достаточно высокий процент выплат с первого поколения до 20, и вплоть до 24 уровня глубины вы можете получать от 0,1 до 7% товарооборота, который создает ваша структура. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете за собой пригласить в наш проект и помогать им здесь развиваться. Важно, чтобы вы сами, скажем так, соизмеряли свои силы, возможности, да, и если за вами следует большое количество людей, наибольшее, что правильное действие, которое вы можете сделать, это научить за короткий промежуток времени там 5, 4, 6 человек, чтобы они могли делать то, что умеете делать вы, и потом взять следующих там 2-3 человека, потом еще следующих 2-3 человека, но обучать людей делать простые шаги. Приглашать, например, людей на презентацию, да, вот, рассказывать маркетинг-план. Там, вот самые простые вещи, которые может делать абсолютно любой человек. Благо у нас для этого есть инструменты, которые вы можете, скажем, тот же маркетинг-план, о котором я сейчас говорю, вот эти слайды, которые вы видите перед глазами, вы можете их скачать в личном кабинете каждого партнера компании Skyway Capital. Там есть раздел «Маркетинг-план», «Партнерская программа». Нажимаете «Консультант», либо там вот те квалификации, о которых я сейчас рассказывал, вы можете все кнопки понажимать, там все условия выложены. А внизу каждой страницы, внизу написано «Скачать текстовое описание», либо «Скачать слайды». Пожалуйста, вы можете это сделать. Ну и бонусное вознаграждение, как я вам говорил, да, начисляется в денежном эквиваленте одновременно на бонусный, на акционный счет. Вот, по сути, преимущество и простота маркетинг-плана компании Skyway Capital. Было бы ваше желание деньги зарабатывать, было бы ваше желание делиться с теми людьми, которые вас окружают, тем хорошим, что у вас есть. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, потому что, ну, в принципе, я предполагаю, что рассказал достаточно понятно. Стараюсь это делать всегда, но не факт. Может быть, кто-то что-то хочет спросить. Скоро, вы знаете, у нас будет конференция в Минске, да, 23-24 числа. Мы там будем. Все увидим своими глазами. То, что построено на полигоне, то, что, скажем так, нам покажет. Послушаем людей, которые успешно развивают бизнес. 2 дня будет присутствие Анатолия Даровича Юницки на этом мероприятии, то есть... Вы услышите о технологии, о развитии компании, как мы говорим, из первого источника, да? Я смотрю, что вопросов никаких не появляется. Либо я все понятно рассказал, либо наоборот ничего, скажем так, непонятно, либо просто вы действительно разобрались в маркетинге, и вам все ясно, и вы готовы, скажем так, это двигать. Скажите такой вопрос, а есть ли среди тех, кто сейчас в комнате, те, кто активно строит структуру и получает, ну, хотя бы там $300-500 в месяц? Не потому, что мне хочется вас там попытать и так далее. Вы знаете, смотрите, Андрей, вы написали, что к венчурному проекту у людей много предвзятого мнения, большой риск, как разговаривать с этими людьми. С этими людьми разговаривать, как и с теми, у которых предвзятого отношения нет. Потому что, ну, мы не являемся волшебниками, мы не являемся гипнотизерами, да, мы не являемся, скажем так, людьми, которые могут заряжать воду, которую мы дадим людям, они согласятся. Вот. Мы просто даем информацию. Если человек скептик, ну, он скептик. Вот. Если человек как бы консерватор, он может быть еще консерватором какое-то время и смотреть, как наш проект развивается со стороны, потом принять решение. Главное, что вы этим людям, скажем так, червячка запустите в черепную коробку, да, либо жучка вставите. Но это вас, по крайней мере, защитит от того, что пройдет 2-3 года, да, вы станете успешным, у вас будут деньги, наша технология начнет реализовываться, и кто-то вдруг из вашего окружения скажет, слушай, а что ты мне 3 года назад не рассказал об этом, когда начал этим заниматься? Вам будет стыдно. Вот. Но если вы сейчас предложите, человек скажет, ты знаешь, не верю я в это все, типа все это фуфло, мне это не нравится, у вас есть что потом сказать. Вот и все. Что значит, как быстро и легко разбогатеть? Смотрите, вот та информация, которую я сейчас дал, этот маркетинг-план, он позволяет зарабатывать, может быть, небольшие деньги. Да? Например, если люди будут покупать по вашей рекомендации пакет акций стоимостью там $100 ежемесячно, и таких людей будет, например, 10,
Это дополнительно вам даст ежемесячно по 150 долларов тем деньгам, которые у вас есть. Если кто-то из них будет тоже развивать бизнес и так далее, соответственно, к этой сумме прибавится еще какая-то сумма. Вот. За вами могут прийти те, кто купит, скажем так, на большой объем, на 1000 долларов, на 5000 долларов, 15% ваших как минимум. Вот. А в том плане, что, знаете, разбогатеть быстро, наверное, да, наверное, не получается. Да? Есть книжка Джона Милтона Фога, которая называется «Богатейте не спеша». Вот. Если вы никогда не занимались MLM-бизнесом и прочее, вы знаете, здесь есть чему научиться. Это та же, такая же профессия, как и врач, как преподаватель, да, как что-то еще. Но единственное, вас здесь никто не бьет по рукам, вам не ставят двойки, вас не оставляют на второй год, вас не лишают там стипендии либо чего-то еще. Вы учитесь в процессе того, как вы зарабатываете деньги. Главное, чтобы вы не боялись делать простые шаги. Ну, кстати, то, чего боится большинство людей. Мы можем делать что-то сложное, мы можем вычислять там термоядерную формулу, скажем так, термоядерное, дифференциальное уравнение термоядерной реакции на нескольких листах можем написать и так далее, и так далее. А позвонить человеку, просто с ним поговорить, привет, как дела, что нового, да? И он вам расскажет, что у него нового или хорошего, или плохого. Вот. А в конце слушаю внимательно, там, если вы знаете даже какие-то проблемы, вы можете их обсудить слегка. Как дела там у сына? Получается поступить в этом году в институт или нет? Но не с точки зрения издевки, да, а просто по-человечески поговорить. Он говорит, да ты знаешь, что-то вот с деньгами не совсем боимся, поступит или нет, хотелось бы на бесплатное, но может платно придется и так далее. И в конце, перед тем, как положить трубочку, ты можешь сказать, слушай, вот то, что мы с тобой говорили, я думаю, что знаю, как решить этот вопрос. А что, а как, а почему? Давайте завтра перезвоним. А завтра просто перезванивайте, либо в скайпе, либо встречаетесь, говорит, слушай, вот через там, 20 минут, через 30 минут, через час будет информация, которая очень полезна и может ситуацию, о которой мы вчера с тобой говорили, решить. Я тебя приглашаю эту информацию послушать. И вам рассказывать не надо. Вам не надо сидеть, скажем так, надувать щеки, морщить лоб, если вы тем более недавно только начали заниматься этим проектом, доказывать кому-то что-то, писать там коэффициенты аэродинамического сопротивления, да, рассказывать, как Юницкий долго, скажем так, обивал пороги кого-то и чего-то и так далее. Человек послушает эту презентацию, либо придет на встречу к человеку, который вас пригласил в этот проект, потому что он немножко больше знает, чем вы. Мало того, тот человек, которого вы приглашаете, этот человек его не знает. Соответственно, есть вероятность, что он будет его слушать. Не факт, но тем не менее. Вот. Насчет богатеет в хайпах, ну неправда, люди богатеют разными способами. Да? Есть много людей, скажем так, видов традиционного бизнеса, где люди честно начинали с нуля, подымались. Вот у нас есть Рублевка в Подмосковье, там немереное количество людей. Вы знаете, там есть миллионеры, которые просто не светятся не потому, что они там каким-то левым путем, да, и нечестным путем заработали деньги, а потому что они умеют их зарабатывать, да, и у них нет поводов кичиться этим, у них нет гордыни, они просто живут хорошо, помогают, скажем так, организовывать рабочие места и строят бизнес, да, в рамках, скажем так, правового поля той страны, в которой они живут. Таких людей много. Хайпы, кому-то повезет, кому-то не повезет. Хотите участвовать в хайпе? Не вопрос. Никто вас сейчас, скажем так, запретить не может этого делать, да? Вот. Ну, иногда это стреляет, у большинства людей это не получается. Наш проект, как можно отнести проект компании Skyway Capital к хайпам, если буквально 11 февраля Министерство транспорта Российской Федерации технологию, разработанную Юницким, отнесло к инновационным технологиям. Хайпы не бывают инновационными, понимаете? Ну никак. Они могут там рассказывать красиво о чем-то, но хайп-проект, он к инновациям отнестись никак не может. А мы, мало того, на берлинскую выставку, посвященную транспорту, инновациям в транспорт, да, не приглашают хайп-проекты. А нас пригласили. Причем не мы туда ходили, да, там обивали пороги, там и типа просились, Христа ради, возьмите нас к себе на выставку. А приглашение пришло в Минск, в КБ, к Юницкому. Вот таким вот образом. А слово «богатеть», оно такое широкое, вы знаете, да, те, кто читал книги, те, кто сам сталкивался. Потому что для кого-то богатство – это какая-то сумма денег, для кого-то, скажем так, обладание чем-то. Для кого-то богатство – это люди, с которыми вы по жизни начинаете что-то делать общее, с которыми вам приятно проводить время, и с которыми, скажем так, приятно вместе расти. Вот это, наверное, самое ценное богатство, которое может быть где бы то ни было. Те люди, которые вас окружают, те люди, которые вам близки, те люди, которых вы любите. И чем чаще вы с этими людьми общаетесь, тем больше вы обогащаете их и себя. Вот ради этого стоит зарабатывать деньги. Помогать продвигать эту идею. Вот это я вам рекомендую. В принципе, у меня все, коллеги. Если вопросов больше нет, то хочу вам сказать только спасибо. У нас сегодня вторник, в 19 часов по московскому времени состоится вебинар Григория Мирошниченко, где он будет рассказывать о способах,
о методах, да, построения бизнеса по партнерской программе, о том, как кому донести информацию, как ответить на какой-то вопрос. Рекомендую вам это мероприятие посетить и пригласить тех, у кого, скажем так, есть какой-то затык, и он сомневается, надо ли ему этим заниматься, как же ему об этом рассказать там, и так далее, и так далее, и так далее. Учитесь у профессионалов, которые умеют это делать. Это моя рекомендация. Если у вас есть люди, которые говорят на французском, это их родной язык, на словацком, чешском, приглашайте их на вебинары, которые будут сегодня у нас в 20.00 или в 21 по Москве. Вот. Эту информацию до них качественно донесут. Спасибо вам, друзья, спасибо вам за то, что были на вебинаре. Завтра у нас в 17 часов обзор личного кабинета. Для тех людей, кто, скажем так, плавает, кто боится нажимать кнопки, вот приглашайте таких людей. Да, чтобы мы завтра с ними поговорили, понажимали эти кнопки, они потом легко смогли ориентироваться. Это как в квартире. Вы зашли, она большая у вас, замок вы купили, вот, и боитесь какие-то углы своего замка зайти. В подвалы там, где вино хранится, да? На чердак залезть, мало ли там летучие мыши и прочее. Вот у нас нет ни летучих мышей, ни тараканов, ни крыс. Личный кабинет с каждым днем становится все более, скажем так, эргономичным, простым. Поэтому приглашайте людей. У нас новшество в личном кабинете есть каждую неделю. Спасибо.